100 тысяч растений в подарок городу. В Александровском саду прошел 10-й юбилейный фестиваль цветов. Ко Дню России самый большой сад Адмиралтейского района превратился в цветник. Причем во всех смыслах. Флор-дизайн времен Марии Антуанетты продемонстрировали воспитанницы школы русского парикмахерского искусства. В аллеях сада разместили тематические галереи с живописью и картинами, выполненными из самых обыкновенных волос. Но главное – это обновленные клумбы, над которыми постарались садоводы со всех районов города. Здесь выступают ученики, воспитанники садово-архитектурного колледжа, который является преемником садово-паркового хозяйства, которые вот создают всю эту красоту, будут реставрировать и украшать наши цветники, сады и парки Санкт-Петербурга. 10-й фестиваль цветов в этом году посвятили детям. Сегодня все композиции цветочные изображают различные картинки из детского калейдоскопа. К празднику высадили почти 100 тысяч растений, которые останутся радовать горожан и гостей до самой осени. Но это только начало. Фестивальные клумбы появятся по всему городу.